на самом деле хочется просто пожелать нашим ребятам успехов и девчонкам на этих Олимпийских играх, на Пекинских Олимпийских играх. Так что в целом ход подготовки идет в соответствии с планом. Сейчас спорт у нас на подъеме, и отношение людей, болельщиков к спорту, оно каждым днем становится все лучше и лучше. Люди с удовольствием поддерживают наших спортсменов на всех крупных соревнованиях. Но Олимпийские игры не особенные. Я бы, конечно, хотел всех, во-первых, призвать оказать большую поддержку нашим спортсменам. Вот сейчас ребята тренируются, это большой труд, это огромная большая работа, которую они делают, и делают ради того, чтобы представлять достойно нашу великую страну на Олимпийских играх. Я хотел бы всех призвать поддерживать нашу национальную сборную в Пекине, и здесь, в России, у экранов телевидения, и во всех городах. Российский спорт находится в элите мирового спорта, нашими традиционными соперниками и конкурентами на Олимпийских играх будут и сборная Америки, и сборная Китая. Уже подступают и очень сильные команды Австралии, европейские страны. Поэтому соперничество будет очень серьезное. Ну и борьба будет красивой и интересной. Так что я хотел бы всех просто призвать поддержать нашу олимпийскую сборную.